ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приняли участие представители администрации города, пожарные, спасатели УВД, Росгвардия, медики и другие специалисты. Тема учений была связана с ликвидацией техногенной аварии на объекте. В случае чрезвычайной ситуации очень важны именно сплоченные действия всех оперативных служб. Функционировать они должны как единый механизм, поскольку от этого зависит здоровье и жизнь людей. По замыслу произошло возгорание и задымление помещения. Первыми действовать начали внештатные аварийно-спасательные формирования. Сотрудников эвакуировали, затем к работе подключились пожарные. Пострадавших вывели из здания. Также для эвакуации человека была впервые использована специальная лестница. На улице уже дежурила бригада скорой, сотрудники которой, как и в первом случае, оказали пострадавшему помощь. Важную роль сыграли и сотрудники жилищно-коммунальных служб. По легенде, произошло разрушение различных коммуникаций. Итог командно-штабного учения подвел заместитель начальника отдела гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Игорь Шержуков. Все силы и средства действовали уверенно. Ликвидация последствий была завершена в срок. Люди спасены. Цель учения – это прежде всего слаживание действий муниципального звена РСЧС, спасателей, системы ЖКХ, скорой помощи, Росгвардии, полиции и так далее. А также дать практику организациям, которых мы проводим учения, самостоятельно действовать при возникновении различных нештатных ситуаций. Добавлю, что в учениях было задействовано 18 единиц техники и более 100 человек личного состава.